Роман, рады вас в Ледовом видеть. Всегда сегодня потрясающая атмосфера. Помимо того, что Ледовый всегда в порядке, но спартаковцы сегодня тоже. Такой десант собран сегодня колоссальный. Да, наши болельщики везде нас поддерживают. Очень большой десант с нами ездит во все поездки, поэтому у нас атмосфера на каждом матче, на выезде, дома. Сегодня так порядочно было трудно при игре 5-5, но потом вот это большинство переворачивает игру, и теперь перед третьим периодом сказать, кто победит, ну, практически нереально. Понятно, сейчас игра будет идти до гола, скорее всего, поэтому кто первый забьет, будет контролировать ход дальнейшей игры и будет уже решать концовку периода. Какие качества выходят на передний план вот в таких плотных, близких играх? Вот такая игра, она похожа на плов, поэтому, я думаю, сейчас просто надо исключить ошибки и сыграть на ошибках соперников. Спасибо вам большое, удачи!